Всем привет! Это Сергей, Old School Gamer. И я хочу немного поиграть, посмотреть в игру про мартышку Super Exploding Zoo, которую дали бесплатно в PlayStation Plus. И, как я сказал в ролике обзоре игр PlayStation Plus этого месяца, июня 2015 года, понять не имею, что за игра. Давайте запустим. Ой, началось сразу с установки апдейта. Ну, пока устанавливается, что я предполагаю? Предполагаю, что это какая-то тупая индюшатина. Скорее всего, сейчас запущу ее единственный раз и потом удалю. Такое у меня ожидание. Смотрите, какое зверье. Honey Slug фирма сделала. Razor Sharp Studios. Ну, вообще, интересно. Люблю вот так запускать игры, не знаю про них ничего. Polygon Hearts. Это что, полоса загрузки розовая снизу? Сиреневая. Cross Save Data. Угу. Крестик. Super Exploding Zoo. New Day. Защищай яйца. Собирай птенцов. Уничтожай каких-то осьминогоподобных породов. Пингвины имеют силу бомбы 1 и что? Б-пингвины? А, или 6 пингвинов убьют пришельца. Твой пришельца. Ты всегда нуждаешься хотя бы всего одного животного в своей стае. Походу это... Сила один. А, игра уже началась. Что за бред? Я ничего толком не понял. Ладно, продолжим. Без комментариев пока. Arm button, hold square to arm your head. Мышь. Ага. Что происходит? Что за жизнь? Да. Продолжим. Опять та же самая, что ли, карта? Пингвины камикадзе. Так, это логическая игра с элементами какого-то суицид пингвинов. Пингвинов жалеть не стоит. 6 пингвинов убивают монстра. Монстр не должен забрать яйцо. Такое чувство, что я уже все понял про эту игру. Взяли. Чтобы взорвать красные стены, надо пожертвовать одним пингвином.
не понял, пока мартышка была на картинке. Еще пройду пару уровней, конечно. Что-то мне уже надоело это однообразие. О, тут есть два монстра. Тупые лица у пингвинов. Опа, мосты. Arm Battle Square to Micro Jump. Ага. О, теперь вместо пингвинов у меня какие-то крокодилы. Это делает игру интереснее, скажу я вам. Крокодилов надо 3, чтобы убить монстра, походу. Так, ну... То, что пингвины поменялись на крокодилов, меня это как-то захватило. Опять пингвина. Думаю, стоит продолжить. Вдруг кто-то еще будет интереснее дальше. Ага. Я понял. Тут и пингвины, и крокодилы сразу. И только крокодилы могут перепрыгивать в воду. Даже не так. Крокодилы делают мост. Ну, это показывает, что игра более глубока, чем я думал. Даже ачивку получил. То есть теперь у меня будет еще одна игра с неполученными ачивками. Не понял, я взорвал? Походу нет. Пингвины камикадзе, а крокодилы такие жесткие лица. Крокодилы мосты строят. Опа. Давайте. Берем второго. Крокодилы. Тут все эти хрени на локации этих грибов, они лопаются. Им подходит, прикольно. Начать заново. Я потратил всех крокодилов.
какая интересная и захватывающая. Почти около яйца. Пройдено. Наверху пишут, типа, 5 монстров. Ух ты ж. Ёбаный ты рот. Ага, они убивают спящих. Так, я затупил, давайте сразу рестарт. Я постоянно думаю, что это типа кат-сцена, когда внизу черная полоса. На деле мне сразу дают управление. А прикольно, мне уже нравится. Сколько уже? Почти 12 минут идет запись. Ну, я думаю, минут 20 я наиграю. Хочу посмотреть, будет ли кто-то после. Козичка. Обезьяна. Она может залезать по... Почему? А, вот по этим. Что-то я не понял. А. Да? Нет? Вот, получилось. Сколько интересно тут разных животных. Так, пингвины не умеют нажимать на карту. Надо найти обезьяну. Он какая-то карточка лежит, кстати. Стикер как-то нашел. А, забыл. Я могу взрывать пингвинами красные стены. Так, нам заново. Стикер же не надо брать второй раз. Да, он с первого раза собрался. Ну, давайте. А, черт возьми. Почему они не умеют бегать? Тут типа все на скорость. Такие монстры, я не пойму. Ну, например, каких-то осьминогов или каракатиц. Ну, обезьяна, жми на кнопку.
И вот стало понятно, что на самом деле игра полностью оправдывает свое название, и можно было по названию догадаться, о чем игра на самом деле. Что за трэш? Так, яйцо по центру. Для этого надо убить всех тех, кто выпрыгивает сверху, снизу выпрыгивает. Так, сейчас разберем. Вот обезьяна. Крокодилы просто для красоты, потому что воды нет. Крокодилы только для воды. Так, теперь надо найти, где можно... Крокодил одного забыл. Синие стены взрываются только от шашки динамитной. Толпой-то не так уж и легко управлять, скажу я вам. Так, а у меня осталось обезьян, то есть. А вот. Ни одной обезьяны не осталось. Это заново. Непростой уровень уже какой-то логический. Так. Быстренько. Собираем всех пингвинов и с пингвинами аккуратно. Взяли. Тут их нельзя разделять по категориям. Надо спасти пингвиненка. Так, крокодилы нам не нужны, но нам нужна обезьяна. Так, мне нужно больше пингвинов. Вон один пингвин там есть. Во-во-во. Так, надо пингвина и обезьяну запрятать. Так, у меня их всего 6 осталось. То есть я, скорее всего, и не пройду тут уже мимо. А, во, прошел. Во-во-во, пингвины, все. Должно все получиться. И обезьяна осталась, отлично. Обезьяна, жми на ручку. Так. Все. Теперь просто вопрос скорости. Хотя я уже этими мог убить того осьминога. Обезьянка. Обезьяна. Макака, ну давай, красножопая. Вот сучка. Давай.
тварина. Тупая макака. Все, толпа крокодилов спешит на помощь. Пройдено. Так. Все прячутся за деревьями. Быстрей. Нет, яйцо. Яйцо нет. Не успел. Твою мать, а. Это уже на скорость какое-то соревнование. Так, мне нужно 7, чтобы одного. 6, потому что умирают, и 7 остается. А нет, тут даже меньше. А походу разные животные наносят разный урон. А вот если он все моргал красным, надо спешить. Спешим, спешим. Интересно, кто это? Мне кажется, это станет известно только в конце игры. Может быть, маленькая мартышка? Но. Это уже уровень на логику. Но для Drive Club обнова скачалась какая-то. Drive Club, что ли, запустить? Давно не играл. Что-то я не понял. Что-то я вообще не понял. Обезьяны тоже могут взрывать красные стены. И крокодил-то, нет? А где крокодила взять? Все, читаем заново. Закосячил. Сколько там? Уже 24 минуты. Ну ладно, я думаю, сейчас этот уровень, и может потом еще один уровень после этого. И закончу. Не 20 часа ролик снимать. Ну что-то у меня такое чувство, что не буду я сразу эту игру удалять, оставлю. Она меня приколола. Такая и вроде простенькая, но забавная. Thank you.
Вот толпа нас вообще, смотрите. О, ускорение. Смотрите, прикольно, каждый уровень приносит какие-то дополнительные элементы. Простенький уровень. Камикадзе! Разве не весело? Так, а во-во-во-во. Второй пингвинён. Проиграю. Может, нет. Там карточка, надо сходить взять. Черт, бег перестал работать. Грампи Крок стикер. Прям не могу даже заставить все закончить. О, а я походу нажал реплей вместо того, чтобы продолжить, поэтому давайте выйдем в меню, посмотрим, как оно выглядит. Gunpowder Gardens Complete. А, то есть вот меню. Тут нужно макаку, чтобы туда пройти. Хатчере. В хатчере. Egg Power. Animal Left. Додо. У этой птицы нет специальных навыков, как у пингвина. Ну, а прикольно, тут еще меню такое замороченное. Пазл. Это мультиплеер, видимо. Нельзя пройти. Кабум Лагун. А, это разные локации. Сувениры.
А, это как раз таки стикеры, походу, что я собирал. High Scores. А вон стикер еще лежит. Пазл. Давайте глянем пазл. Или я как раз сейчас это и проходил. Да, я это проходил. О, осталось всего два уровня. Ну давайте последние два уровня пройду, типа прошел первый уровень. А вот и... 6 сделал. Пожертвовал. Failure is an option, да, ачивку получил, что я сделал. Макака. Макака. Не понимаю, как макака и нормально нажать на кнопку. Она через раз жмет. Макака, жми на кнопку. Макака. Тварь. Нажмешь или нет? Так, у меня не осталось макаки. А, в принципе, это и не обязательно. Ну и все, последний 20 уровень. Это оказывается как раз в режиме пазл сейчас я играю. Последний уровень должен быть сложным. Макака. Мне, короче, походу надо прям подвести вообще там под миллиметровку. Так. Я, походу, запоролся. У меня сегодня крокодил. Его недостаточно. А, не-не-не. Нужно. Так. Вроде макака больше не нужна, а макаки остались. Так, все, теперь просто одни крокодилы и макака. Вот и все. Что, меня сейчас меню выкинет или сразу следующую? Вот сады пройдены. Отлично. Назад. Ну вот, собственно, да, дальше у нас пустыня, снега, не знаю, что это, джунгли. В каждой, видимо, будут разные животные. По-моему, прикольная игра такая, реально приколюха. Ну, не сказать, что, конечно, шедевр, и что такое бы купил, но бесплатно дали, знаете, ну вот сколько... Уже 35-ю минуту идет видео, я получаю удовольствие, хочется прям продолжить. Ну, пожалуй, я на этом закончу. Как-нибудь уже поиграю сам на досуге. Пишите в комментариях, досмотрели ли вы до этого места. Если да, значит, игра вам понравилась. Увидимся в следующих видео. С вами был Сергей.